Блин, мы едем по Крымскому мосту, прикидываете? Обалдеть. Стрелка 90. Крымский мост. Вот такое. Стрелка пасет. Вот там Черное море. Вот сейчас будет самая высокая арка, пролет моста самый высокий, где проезжают пароходы. И камеры здесь стоят, ловят за скорость. Средняя скорость по мосту 90 км в час. Вон баржи плывут. Сейчас арка будет. Вот железнодорожный мост. С правой стороны, с левой вернее, идет. Вот железнодорожный наверх поднимается. Стрелка 90. Стрелка 90, опять 90. Так. Очень много радаров стоит. Вот вверх пошел мост, который, по которому поезда ходят. А мы сейчас въезжаем на большую арку. Это как раз где теплоходы проходят под этой аркой. Видеофиксация кругом. Через столб камеры стоят. Через столб. Сейчас мы заезжаем на эту арку. Вот подъем такой. Вот смотрите, мы сейчас поднимаемся в гору. Впереди арка, внизу корабли. Правда, не видно из-за скорости, но вот они там есть. Обгоняем фуру. Вот. И вот она арка. Это самая высокая часть моста для прохода кораблей. Вот с такой скоростью мы спокойно едем. Вот впереди уже виднеется море. Керченский пролив. Вот супер, прямо вот все. Грандиознейшая стройка века. Здесь поворот. Над нами с левой стороны для поездов сделана вот такая вот эстакада. Впереди Керчь. Вот такой вот мост построен. Просто супер. Инженеры поработали, рабочие поработали. Просто полный класс. Спальня, получается, вот диван, выход в ванну туда, вот здесь вот такие интересные сделаны
светильники, подсветочка, там холодильник. И вот вторая комната. Там дальше вторая комната. Вот так сделано. Здесь выход прямо на море. Вот открываем и выходим на море. Вот так вот. Прямо вот 20 метров. Прямо из номера выходим. Вот такой вот. Здесь столик стоит, чтобы нам можно было перекусить. Вот он. И дальше уже море. Вот вторая комната. Так, здесь сделана подсветочка. Окно с видом на двор. Кровать, тумбочки. Вот так вот. Шкафы, купе. Здесь сделаны. Вот. И такой вот номерок. Очень даже неплохой. Вот такая вот ванна, душевая кабинка. Здесь туалет, зеркало, вытяжка, светильник. Это ванна душевая. Вот мы спускаемся с горы Ай-Петри. Сегодня были на Ай-Петри. Повороты здесь под 180 градусов. Обратите внимание. Вот такие вот здесь поворотики крутые. 180 ровно. Но красота, воздух просто супер. Вот гоняет прямо здесь на мопедах, сломя голову. Вон какая высота и красота. Вот такие вот горные дороги. Высота 1234 метра над уровнем моря. И мы по этой дороге сейчас спускаемся. Вот такие вот здесь вот загогулины, заходы. Обратите внимание. Прямо 180 градусов. Во, конкретно. Вот такой вот поворот. А внизу там капец. Высота. Вот так вот. Горные дороги. Машины только-только разъезжаются. Вот такая вот дорожка. Ну все, сейчас здесь начинаются опасные повороты, поэтому съемочку заканчиваем.